Ринок електроенергії в Жовтих Водах поповнився ще одним постачальником. Такі зміни анонсував міський голова Володимир Абрамов. Але замість того, щоб мати альтернативу у виборі постачальника, жителі багатоповерхівок ризикують взагалі залишитись без електроенергії через борги КП «ЖРЕО». Подробиці далі. Потребители электрической энергии в городе Желтые Воды, они должны будут выбрать поставщика электрической энергии. Но проблема в том, что у нас есть жилые дома, и жилые дома оказываются на сегодня заложниками того, что до сегодняшнего дня у нас основним управителем в городі Жовті Води було КП «ЖРЕО». КП «ЖРЕО» обслуговувало більшу частину жилих домів в городі Жовті Води, але КП «ЖРЕО», к сожалению, по ряду причин задолжало за поставки електричної енергії дуже великі суми грошей. По свідченням поставщика електричної енергії, КП «ЖРЕО» должно на сьогодні, як вони озвучили цифру, порядка 9 миллионов. Решение суда 9 миллионов и 5 миллионов еще. Да, то есть фактически 13 на сегодня. Вот такие суммы. Для того, чтобы с 1 января можно было и дальше работать с этим поставщиком и с этим управителем, необходимо этому управителю погасить такой долг. Такой долг погасить, ну, даже при всем желании местного бюджета, это практически нереальная сумма. Поэтому сегодня возникнет ситуация, когда особенно в многоквартирных домах Неля Михайловна, где живет у нас с лифтом, у них будет проблема. У них проблема будет, им надо будет срочно обратиться в организацию, которая занимается обслуживанием сетей в городе Желтые Воды. ПРЭМЦЕК, представитель здесь сидит, она вам расскажет, Витюкова, что надо будет сделать. КП «ЖРЕО» тоже касается. Получить тех условия. И в дальнейшем, в конце концов, выйти на поставщиков электрической энергии и домам, которых ОСББ, самостоятельно оплачивать за электрическую энергию внутриподъездную и за работу лифтов. Самостоятельно надо будет заключать такие договора. Наконец-то пришло то время, когда уже просто вариантов нет. По КП «ЖРЕО» то же самое, только теперь у КП «ЖРЕО» там больше 300 домов, Павел, сколько? 340 с лишним домов. Вот по этим домам то же самое, только это будет главным здесь КП «ЖРЕО». Я думаю, КП «ЖРЕО» постарается сделать все, чтобы оформить документы. Сотрудничество будет у нас с ПРЭМЦЕК, у нас всегда мы сотрудничали. Здесь проблем не возникало, я думаю, сегодня и не возникнет. И надо будет по этим домам... То же самое люди должны будут заключать договора на прямые поставки электрической энергии. Но при этом КП «ЖРЕО» должно теперь эту цифру с тарифа за внутридомовое освещение и потребление лифтов убрать. Да, Павел Владимирович? Нет? Ну, посмотрите. Всем до единого, как юрлицам, так и населению, теперь необходимо иметь два договора. Один договор на распределение, второй договор на поставку электрической энергии. Без договора на распределение поставка невозможна. То есть все ранее выданные договора прекращают свое действие с 1 января 2019 года. И у всех людей, у кого будет отсутствовать, у юридических людей, у населения отсутствует договор на расподел и на постачание новый, у них у всех с 1 января будет отсутствовать электроэнергия. Вынуждены будут их отключить. То ли поставщик, то ли мы вынуждены будем отключить. Поэтому в Украине предусмотрена упрощенная система заключения договоров. Для юрлиц, так и для населения существует упрощенная система. Те, кто подпишут с нами заявление на присоединение, они автоматически становятся как бы заключенным договором. То есть на Хмельницкая 32 приходит потребитель, подписывает заявление, паспорт точки распределения называется еще. И пока этого достаточно в упрощенный период быть, что у них есть договор. То, что касается поставщика. Для населения поставщиком является поставщик универсальных услуг. У нас это новое сейчас предприятие, которое действует только для населения, пока для населения и для малых непобутовых споживачей называется.
Это Днепровские энергетические услуги, называется это предприятие, бывший ДТЭК, который находится на Хмельницкого, 10. В связи с тем, что теперь, согласно этого закона, поставщик имеет право заключать договор и не заключать договор с тем, с кем ему хочется. Все, у кого были долги по электроэнергии, а в этом законе написано, что поставка новой электроэнергии возможна только после аннулирование всех долгов. То есть человек должен расплатиться, или юридическое лицо, или предприятие должно расплатиться своими долгами, только после этого может быть новая подача электрической энергии. В связи с этим у нас возникает проблема в многоквартирных жилых домах. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, поставщик, который сейчас есть, ДТЭК, как он нам уже анонсировал, не хочет заключать договор с тем, кто не платежеспособен. Это ПЖРО, водоканал, в нашем городе, и «Восток Руда». Пока есть эти три предприятия, с которыми ДТЭК не хочет заключать договор. Что с ПЖРО? С ПЖРО люди должны понимать, что если в их домах не будет стоять счетчиков отдельно под освещение лестничных клеток, под лифты, и не будет заключен договор то ли с ОСББ, то ли с ПЖРО, то ли с уполноваженной особой, которая будет выбрана в этом доме, подача электроэнергии на этот дом будет прекращена. Если надо будет купить счетчики для домов, в которых этих счетчики нет, вам надо срочно будет купить. Срочно надо будет. Стоимость счетчика 1200 гривен. 1200 гривен. Там, где вообще катастрофическая ситуация, что там живут обездоленные люди, у которых пенсионеры, нет денег. Ну, местный бюджет постарается помочь. На сегодня резерв, определенный резерв у нас есть. Не такой большой, как хотелось бы, но тем не менее резерв для покупки счетчиков мы найдем, да, Яна Алексеевна? Мы купим. Порядка там 100 счетчиков местный бюджет сможет купить. Сможет купить. Домов всего у нас 400 с лишним. Но я так думаю, в половину домов счетчиков нету для контроля потребления внутридомового, внутриподъездного и по лифтам. Поэтому такую помощь мы без бюджета окажем. Тем не менее, вопрос серьезный. Пожалуйста, жителям города серьезно к нему отнестись, послушать внимательно, что скажет Фетякова. Она телефоны даст. Консультации будут проведены еще раз, если надо будет, еще раз проведем консультации. Любые действия монополиста, вы знаете, местная власть будет стараться защитить вас. Единственная проблема будет в том, что если монополист захочет отключить, то, естественно, жалоба пойдет с определенным запаздыванием. Поэтому инерционная система будет такова, что между подключением дома к свету незаконно отключенного и жалобой, ну, какое-то время, конечно, пройдет. Так как у нас с домами, которые остались без газа. Вот. Сколько сидели, Нелли Михайловна? Недели две, три? Три недели отсидели без газа, да. Значит, у нас в свое время установлены счетчики. В 35 домах установлены счетчики. Но эти дома ушли в ОСББ. Те, что у нас остались на обслуживание, это 14 домов с лифтами, которые имеют счетчики. Всего домов с лифтами 34 у нас на обслуживание. 213 – это те, которые имеют разделенную осветительную сеть, где возможно установить счетчик и решить эту проблему. И старая часть города, 130 домов, это там, где сеть не разделена. Там, где надо или строить новую сеть, или, как предлагалось, там, с квартир через свой счетчик. Каким-то. Проблема решаема? И, в принципе, решаема.